Всем огромный привет! Я наконец-то выбрался на рыбалку, приехал в гости к папке, и мы поехали с ночевкой половить мирную рыбу. Посмотрим, что из этого выйдет. Приехали на интересный пруд. Здесь есть карп, здесь есть карась, здесь есть другая бель, плотва есть. В общем, буду сейчас пробовать ловить. Ну а тем временем я стал закармливать точку. Ну а папка в это же время стал закидывать жмыховые на карпа. В этот день дул порывистый сильный ветер, который гнал волну прямо на нас. Шли часы, ну а рыба так и не клевала и никак не проявляла себя. И оставалось лишь одно – любоваться красивой природой. Благо у нас в стране это сделать не так уж и сложно. Сидя в кресле и наблюдая на водную гладь, я стал замечать, что ветер все-таки пригнал большие тучи. И в этот вечер разразилась гроза, которую мы пережидали в машине. Ну а тем временем стало темнеть, и наступила ночь. Ночь прошла довольно спокойно, к сожалению для нас. С рассветом мы еще немного посидели, и в итоге потихоньку стали собираться домой. На следующий день мы отправились на новый пруд. Ну а наш путь проходил мимо реликтовых сосен. Это известная достопримечательность Барыжского района Ульяновской области. С этой аллеей связана одна из самых известных легенд заблуждений Ульяновской области. Она гласит, что посадила эту аллею сама Екатерина II. Однако императрица мимо Акшуата не проезжала, да и аллея эта была посажена намного позже, в конце 19 века. Посадили ее с подачи Владимира Поливанова, дворянина, чья усадьба была в Акшуате. Местечко, друзья. Что ж, день второй, новый пруд. Сейчас будем пробовать здесь ловить. Ни разу не ловил толстолобика. Папка мне как раз привез. Цапля, он полетела. Привез, короче, толстолоба попробовать поймать. Посмотрим. Очень большой пруд. Он бесплатный. Будем пробовать. Вон толстолобик, по-моему, ходит. Как раз. Ходит? Ага. Здравствуй, батюшка, пруд. Так, давай, тогда не будем расслабляться. Давай, сразу еще снасть надо сделать. Пруд очень большой, очень длинный, 4 километра.
Для рыбалки на Толстолоба мы закупили приличное количество технопланктона. Оснастка у папки уже была, он уже не раз ловил толстолобика. Он быстро смонтировал снасть и отправил хорошим забросом оснастку в воду. Также хочу попробовать на фидер, здесь есть подлещик, карась, параллельно уж, чтобы не сидеть, так скажем, попробовать половить. Тем временем поплавки стояли в воде, а толстолоб жировал недалеко от этих поплавков. Не пойму. Опаньки. Давай подсадчик-то. Ладно. Давай. Ну, у меня поводок-то не толстый. Подай подсак. А, не, шучу. Что? Рак. Зараза. Рак. Рака поймал. Сожрал кукурузу, короче. Ну-ка, покажи мне их. Так толком-то я не знаю. О, вкусные они. Ну да. А ты ел их? Да, российские креветки. Блин, он может ущипнуть только. На него рыбачит домой на мясо. Вот такой вот. А мне показалось подлещик. Оба-оба. Пополз, пополз. Задом, задом. Вот и снова день прошел в ожидании поклевки, но, к сожалению, толстолобик так и не клюнул, а солнце тем временем стало заходить за крону деревьев. Ну а мы наслаждались красивым закатом и отдыхали на водоеме. Ведь рыбалка – это не только поимка рыбы, это общение с природой и общение с друг другом. Дергался. Есть какая-то невидимая, какая-то фигнюлька сидит. Карасямба. Да. Или уже съел все. Ну да, пусто. Практически. Сейчас зарядим еще. Да мелкий такой, конечно. Чего куда-то брать-то? Хотя бы с ладошку клевали. Уж такой вообще мелкий. Поклевка, друзья. Крупный уже. Карасик покрупнее берет. Такой уже карасик.
С наступлением темноты карась даже немного укрупнился, но все планы спутала большая гроза, которая длилась всю ночь. Дождь не прекращался, сверкали молнии, и только под утро она ушла в сторону. Около 7 утра стало появляться солнце, ну а мы стали собираться домой, потому как толстолоб так и не проявил себя, да и технопланктон у нас уже заканчивался. На этом я с вами, друзья, попрощаюсь, спасибо большое за просмотр, всем пока, до новых встреч, встретимся на рыбалке.